от времен гуннов и вплоть до 21 века. На центральном стадионе вся Бурятия показала всю Бурятию, приправив это многонациональным колоритом. Отлично, все костюмированные. Массово все это прекрасно, нормально, хорошо. Чувствуете уникальность этого момента, находясь здесь сейчас? Конечно же. Когда я хотела прийти, не было билетов. И так получилось, что билет нашли мне. И я рада здесь присутствовать вообще в таком историческом моменте. Впечатлений шоу оставило еще на год вперед. Рассказывать о нем можно бесконечно, но особо впечатлил блог про Великую Отечественную войну. Здесь же жителей Бурятии поздравили и первые лица республики, а также почетные гости. Все мы с большой радостью приехали разделить наш общий праздник. Неразрывны наши с вами связи. Одна земля, одно небо, один многонациональный народ, одна кровь. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых достижений совместных на благо родной Бурятии и Российской Федерации. Бурятия вперед! У меня тут целый доклад. Я не буду его читать. Я всех хочу искренне поздравить с нашим юбилеем. Мы достойно прошли 100 лет. И также достойно пройдем следующие 100 лет. С праздником, земляки! Мы сегодня чествуем прежде всего на свою родину, где мы живем, где мы родились, где мы работаем, где живут наши дети, где жили наши родные, близкие, предки. Шоу длилось почти 3 часа, но праздник еще не закончился. Люди плавно перетекали на площадь Советов. Здесь всеми любимые песни посвятили определенному десятилетию с момента образования Бурятии. Но настоящим героем вечера стал Олег Газманов. А я ясный,